Твоя легендарная, иди сюда быстрее, быстрее. Твой о, бриллиант идет. Ну неплохо, слушай. Иди, иди, иди. Всем здорово, с вами как всегда дядя Так. Короче, решил я поиграть немного на побережье Ревантули со своим коллегой, и заход прошел довольно-таки интересно. Предлагаю вам посмотреть несколько нарезок из совместной охоты. В них будут разные животные, от медведей до глухарей. И я думаю, вы подчеркнете для себя что-то полезное с наших диалогов и выстрелов. Друзья, я очень ценю ваше время и понимаю, как важно для нас, людей, сэкономить даже одну минутку. Но все же попрошу подписаться на канал и помочь мне добить 1000 подписчиков. Скоро выйдет новая игра симулятор охоты Way of the Hunter. Я буду делать ролики, в которых постараюсь показать плюсы и минусы игры. Поэтому, если вы будете подписаны, вы будете в курсе всех нюансов, новостей, и в целом мы лучше познакомимся с этой игрой вместе. Так что подписка будет полезной как и вам, так и мне. Заранее всех благодарю, а сейчас давайте уже погрузимся в мир охоты. Я тут уже, короче, себе подготовил, с чего я буду охотиться. Магнум 7 миллиметров, Калман и Солокин, понял? Так. 3-7 класс. Калман 1-2 класс, на всякий случай там енотовидную собаку, понял? У тебя есть Калман вообще? Да, у меня все... Все, есть второй. У меня все 25 двигался. Так. И чё, как тебе? Нормально. Я вот что-то давно уже не играл, взял 3006, короче. 308 забросил, думаю, попробую поиграть с ней. И чё, как? Ну, так я раньше с ней охотился, вообще нравилось. Но потом это вроде новенькая появилась, она перезарядка, и звук у нее другой. Да когда всегда выходит кто-то новый? Когда мы с ним гоняем. Тем более у нее с 4 по 8 уровень, то есть она на многих животных подходит. Ну да, 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 понятно. Слушай, сейчас посмотрю. 30.06. Может тоже с ним поиграть. Но она-то видишь, она перезаряжать надо. Она не. 38-я получается полуавтомат, она только нажимая мышку. А это он. А, так ты про. Ты про Эскерс, да? 303, да. Ой, 3006, да. 3006, Эскерс, да? Да, да, да. А, так я с ним охотился, ё-моё, очень много тоже. Я просто его всегда называл Эскерс, понял? А тут ты говоришь 3006, я что-то цифры. А, не, я просто как больше по цифрам. А. Я даже на цифры внимания не обращал. Я иногда спрашиваю, а вот этот какой-нибудь там, я даже не название не помню, я просто по... Да-да-да. Так, вижу, подожди, кто-то топает. А, вот. Ой-ой-ой, смотри, какой красавчик. Смотри, какой рогатый, видишь? Смотри. А-а-а, давай. Сколько? 170 метров. Сейчас я его в сердце бахну, подойду чуть ближе. Или ты хочешь забрать? Можешь забрать? Не-не-не-не-не. Я их все не знаю, столько туда забирал. У меня лучше, конечно. Если бы он был пятерка. А, ну да. А вон смотри, вот ты смотри, их не. Вот это вот все. Вижу, вижу. Ты прикинь? Всё. Я не попал в сердце, это очень редко бывает, но это произошло. Ты пока... Это там березы. Там березы, походу, да. Ну, короче, не попал. Ладно. Я в этот росомаху. О, я, короче, облажался. Ничего страшного. Ты в любом случае задел ему лёг. Так если бы. Может, вдруг пуля где-то ниже прошла, и это вообще пипец. Если ну, лёгкая задел, то вообще супер. Если бы стрелял в сердце?
А ты ниже, выше? Если, да нет, скорее всего, ты попал ему в это легко все равно задел. Я тоже иногда. Они, ты видишь, на одном месте не стоят. Иногда что-то замешкаешь, что он раз начинает голову. Слушай, легкое ранение, ты представляешь? На, значит, да, попал ему в него. Это жопа, я не понимаю, почему. На, вот мы его просто так не оставим, пойдем за ним. Вот, за бугром самку вижу. Видишь самку? А, вижу, да. Сейчас, короче. Так, я этих самок твоих надмечал и потерял. А, нет, не потерял. Тут самку не трогай, он не туда пошел. Он пошел вообще он туда, на юг. Я приманиваю его, думаю, может где-то он там. Зачем ты ее приманиваешь? Она сейчас упрется у нас и вы гавкать будет. Я вижу лося этого. Смотри. Да? А, вот он, да. Подожди, подожди. Иди вот с моей стороны. У него как раз прямо здесь легкий, прям промеж деревьев красиво стоят. Угу. Да, рога у него, конечно, хорошие. Это классные рога. Угу. Вот, давай. Пристрелочку. Все. Все, что ему надо было. Да. Так это я его в сердце добил, понял. Главное, главное, первый раз так выцеливал сердце, а только что просто бахнул, знаешь, так. И все. Да. На скинул стол. Нет, ну. Все бывает. Да, да, да. Бывает интернет пинганул, и задержка произошла, и ты все равно не успел. Да, ну, все бывает. Че ты? Да нет, я не парюсь вообще. Так, золотой. 274. 269. Ну, хороший, да, золотой, ну, хороший. Классный. Даже чучело сделаю. Ну-ка, пока не набираю, посмотрю врага. Ну, да. У него вот эти налобные-то, да? Ну да, я и говорю. Классно. Да, бриллиант, классно, конечно, спасибо. Вам не дотягивал. Ну да. Из-за них. А так, да, они прям вот налобные такие. Угу. Опять загорал. Ну все, короче, догнали его. Угу. Не, я тоже. Я вот никогда не бросаю, ну, в смысле, мне вот по кайфу просто идти вот дальше по следам выслеживать. Вот так альбинос. А мне тоже, мне тоже, да. Вот так, тоже, я, да, вот так я просто шел раз на куст альбинос, медведь, думаю, нихера, о, пошел. Все, бомба, да, и пошел, классно. И выследил. Ну, это как классно. Бы нормально, прикольно. Это и есть процесс именно. Угу, угу. Твоя легендарная, иди сюда быстрее, быстрее. Твой бриллиант идет. Ну, неплохо, слушай. Иди, иди, иди. Давай, я попробую. Бля, не... Все, вот теперь интересное произошло, и мы будем за ней. Ты в нее попал? Что? Попал? Ты в нее попал? Попал, я не знаю как просто. Ну нахрена ты торопился? А ну перестань. Да нормально все. Пристрелку сделал? Конечно. Все нормально. Ну? Сейчас, если смертельное ранение... Все, смертельное ранение, бомба. Все, вот он тебе бриллиант. А ты говоришь, ничего интересного. Шикарный выстрел. Видишь? Да ну иди, это гендовидный собак. Вот он лежит, ну. Что, я посмотри, какой у него окрас. Ты просто можешь боком повернешь, если мне такого нет. Не-не-не, простой. Ну, в смысле, обычный. Давай, садись, я тебя сфоткаю с ней, так это быть. Так, сфоткать. Ну давай, фоткай. Да. Ну а как, обязательно, ты чё? Давай. Сейчас как-то не знаю. Фоткать, уж так фоткать. О. Всё нормально. Да, бриллиант. Ты когда бороду тебя отрастишь? Хочешь прикол? Нет. Это золото. А подожди, почему? А, все пройдено? Все пройдено, да. Короче, по очкам. По очкам.
Прикинь. Ну, все равно тоже. Да. Слушай, ну, зато прикольно, да, вышло. Я ж до последнего не хотел этого, этот видную собаку убивать. Ага, вот оно, чем оказывается дело. А вы должны будут скоро появиться. Так, чем можно вниз пойдем? А куда вот, мы пойдем? Смотри, пойдем. Глухарь двоечка. Да. И перезаряд, как будто... Я даже не знаю, как этот звук описать. Как будто у тебя там лента пулеметная вставляется. Да. Со стороны такой звук. Ну, знаешь, вот, звук. Для первого-второго класса винтовка что-то сильно громкая, да? Да, она такая прям реально громкая. Ну, как будто лося завалил. Он бы все рябчит. О, золотой. Золотой глухарь. Нормально. А они все двойки золотые. Я еще не видел на серебро. И они все темные. Не хочет он идти почему-то. Не хочет? Ну, потому что я тебе сказал, тут рысь очень хорошие экземпляры, и они более осторожные. А, не, подожди, подожди, уже ближе. Уже ближе. Ну, судя по этому, это, наверное, вот он. Семерочка. Какой? Да. Семерочка. Ну, я тебе говорю. Поэтому он такой весь и осторожный. Минус. Так, посмотрим. Так, а я что, про своего забыл? Где она завидная, моя собачка? Где она, брат? Ты где-то лежит, завалил? Точнее, уже. Нет, смертельным сразу. А, ну, ко мне бомба. Так. Я предлагаю. Золотая. Предлагаю. Золотая рысь. Угу. Это у меня мало рысей, кстати. Чучело. А? Даже. Рысей мало, говорю, в доме трофеев. Надо чучело делать, пусть будет золотой хотя бы. Ты там не что, ковры делаешь? Что? Ковры, что ли, делаешь? В смысле, мало? Ну, мало рысей поубивал. Ну, особо не охотился на рысей. А. Ну, мало просто играл. Что-то... Не, здесь на заказнике рыси полно. Просто. Какой-то. Ну, это классно, да. Так, вот лосиха 120 метров. А, молодец, на пол. Красавчик. И опять. Серый. У него только поза. Когда он чесался, так и запечатлел на всю жизнь. Чё запечатлел? Потом спину снизу, да. Типа убил как раз, когда чесалось, да? Да, он так и умер на месте от испуга. Так, собака, ты где? Она у тебя что-то нашла. Так, сердечко. Да. Например, прокачка идти только по следам. Ну, например, ну там по крови, по следам. Ну, очень много, можно было всего разнообразить. Ну, защита от волка. Я ни разу не видел, чтобы она меня от хищников защищала. Рычала? Да. Но может это и есть защита? Не знаю. А я даже это не качал вроде, я не помню. Да нет, я качал как бы. Я вот сейчас вот это, она докачалась. Я ее удалю, начну заново другую собаку. А, у меня последняя это. Просто так как... Так у меня вторая собака уже докачалась, помню. О, стоит, смотри, шестерочка. Давай, стреляешь в одного, я в другого. Подожди, давай, ты у кого? Я вот в этом. У кого? Вот, синий. Давай. А, блин. Давай. 3, 4, подожди, давай не спеши, давай, подожди. Ты будешь вот этого брать?
Или вот этого? Ну, сейчас, пока мы проговорим, они разбегутся. Они все, ну, спокойные почти. Давай на счет три. Я влево, а ты вправо. Давай. Раз, два, три. 25. А слушай, а я прям походу сердце. Сейчас вот посмотрим. Под углом прям. А там кто-то побежал. Слышь, когда сидишь по 2 часа, играешь по 3 часа в игру, я уже вижу вдали без бинокля, как кто-то какое-то передвижение. Понял? Да, да, я тоже бываю, да. А потом говоришь, а что мне так глаза болят? Так, это твой, да, серый? Так? Да. А где мой тогда? А, вот лежит, лежит. Это значит, твой пробежал, да, да, да. Первый самый. Да это призрак. Это самец. А, нет, это серый. Серый коричневый. Самец. Слушай, что-то далеко он пробежал с пробитым легким, печенью и желудком, слушай. Бонус за быстрое убийство даже упал, прикинь. Угу. Чё себе? Ты чё? Магнум. Сказал, да, медведь такой мягкий. Ну, пушистый такой, колобок. Не пробил. Магнум не взял.